Большое объединение муниципальных предприятий в Риге. Спустя двое суток с момента, как об этих планах узнала общественность, пресс-конференцию созвало и руководство Рижской думы. Рига с нами, Рига Спилсет Бувникс, Рига Сервис и Рига Централ Тиргус станут едины. Сегодня такое решение принял и ответственный комитет. Евгения Копылова с подробностями. Четыре в одном – Рига с нами, Рига Спилсет Бувникс, Рига Сервис и Рига Централ Тиргус. Для чего это нужно? Спустя двое суток с момента, как об этих планах узнала общественность, о них официально заговорило и руководство Думы. Получение корпоративного управления этих четырех компаний самоуправления – это значит усиление компетенции, это значит более эффективное использование ресурсов и также привлечение аутсорсинговых услуг. Экономия, которую как бы планируется, это 700 тысяч евро в год, правильно? Да, это то, что показывает консультант, то, что можно, объединив эти предприятия насчет этих функций поддержки, сэкономить. Казалось бы, действительно, убираешь все лишнее, объединяешь четыре предприятия в одно и экономишь на рабочей силе. Но есть опасения. Предприятие может перестать быть эффективным. Бизнес усложняется, как и путь к получению услуги. То есть элементарно дождаться того, чтобы с крыши школы убрали сосульки, может стать сложнее. Сейчас обслуживанием школ занимается Рига Сервис. Одна конкретная фирма для решения конкретной проблемы. С появлением одного большого предприятия, которое будет заниматься чуть ли не всем имуществом Риги, усложниться может не только управление, говорят в оппозиции Думы. Но вице-мэр Риги Эдгар Смилтенс не согласен. Объединение предприятий будет заниматься обслуживанием нежилых помещений. Квартиры обслуживает Ригаснаму Парвалнекс. И вообще было бы правильно проблемы решать электронно. В других компаниях, в том числе не в Латвии, происходит так. О проблеме сообщают электронно. За статусом проблемы можно следить. Выехала ли бригада, происходит ли ремонт. Потом работу можно оценить и увидеть ее стоимость. Это и есть цель проекта. Еще один вопрос, который задают многие. Почему в списке объединяемых компаний центральный рынок? Центральный рынок – это место, где происходит торговля продуктами, да? И сам центральный рынок, администрация не торгуется, они обеспечивают условия для торговли. И мы видим, что эта компания сможет это сделать эффективнее. Мы видим синергию между, например, Ригас нами, Ригас Централ Тиргус, что вместе работая можно привлечь больше покупателей. Сегодня же этот вопрос обсудили на заседании Комитета по финансовым и административным делам. Обсуждение длилось 2 часа. Все же призываю не голосовать «за», не отправлять этот вопрос на заседание Думы, проголосовать «против», потому что у всех депутатов, которые сегодня здесь участвуют, у них нет информации о мнении экспертов, о том, как займ одного предприятия в 61 миллион повлияет на процесс. Нужно обсудить вопросы, только потом голосовать. Проект очень большой и важный, это коснется каждого рижанина. Итог: 9 голосов за, 2 против и 1 депутат воздержался. На заседании Думы этот вопрос рассмотрят 15 декабря. Начать работу новое объединенное предприятие может в октябре следующего года. Евгения Копылова, Егор Стац, РУСЛСМ.